какие еще игры будешь стримить на Азубе? Да всякие разные, ребят. Я там, когда на Азубу перейду, компустер будет лучше. Там можно во все что угодно. Можно, блядь, вплоть до того, что запускать в паблике какое-нибудь голосование по выбору игр. Сами там будете предлагать, за что больше проголосуют, то и буду ебашить. Прошедшим тебя, Алик, и передай привет Диману, плиз, run free. Привет, да. Диману, и спасибо большое с прошедшим. Так, варц, плиз, Миранда, да вообще изи. Изи, парень, изи. Так, ну нам на боте нам надо варды будет. Какого героя считаешь самым сильным в лейте? Эмбер очень жесткий герой. С учетом того, что он на любой стадии практически жесткий. Он начинает с 6 левела, если у него быстрый левел есть и немножечко этих... Немножечко бустяки на фарм есть, то он невероятно жесткий. И очень такой мерзопакостный герой, против которого неудобно играть. Мы килим его, да? И того еще Валеру. Качественно. Так, нам надо лайнбар. Лайнбар сейчас в стиле веги будем ставить. Там еще и на топе руну забрали, хорошо. Так, стрела готова. Иди хватай кого-нибудь, как только появится. Что там с Азубой? У тебя модеры уже есть, я готов помочь. Нет, модеров еще нет, но я, скорее всего, модеров буду тех же самых брать. Потому что модеры никуда от меня не уходят же. А так на канале еще вообще ничего нет. У меня там даже канала нет, я еще не регистрировался даже. Так, надо пулингом заниматься, да? Го гангмит, поехали. Есть мог? Нету. Там на нашего выходят. О господи, СФ, как ты так далеко зашел? Нельзя так далеко заходить, когда ты СФ, когда у тебя нет вижена на стопа. Ой-ой-ой, качественно, Бэйн, как же ты шлепаешь, парень. Найсец. Отпиздили молодых, которые наглели в мини. Так, у нас еще один вард есть. Кем посоветуешь калибровочку проходить в данном патче? Ребят, все герои, которые нихуево так много наносят дэмэджа за игру, весьма неплохо смотрятся на калибровке. Голосование-то точно в Майнкрафт играть будешь? Хороший вопрос. По-моему, это будет исключением моим. Ну-ка, выйди. Ай-я! Яблоки ела, блядь. Почти получилось вонзить ему в ебало. Братан, ну что ты делаешь, ебать, я тебя флаской мажу, ты, блядь, атаку на себя нормально, это конченый, блядь. Это пиздец. Герман, это пиздошное какое-то туловище, блядь. Пудге, блядь. Пудге. Пудге incoming mid. Ready arrow. Найтмар от пуч, плиз. Так,
Качественно. Качественно, ебать, я в кнопку еле-еле нажал, блядь. Empire выиграли или Vega? Empire, ребят. К сожалению, но Empire. Ну, для меня, к сожалению. Есть фанаты Империи, конечно, которые рады. Пизды ему, пизды ему. Пизды ему! Не получилось. My fail, sorry guys. Так, надо взять одну ману, потому что с маной у меня проблемы будут. Там можно на топе дать пиздюлей. Девсу какому-нибудь, если я сейчас эроу попаду. Если попаду. Ключевое слово если. А надо давать откуда-то вот отсюда, с этих кустиков. Сейчас Ларкевич бегает, да? Да, у Бруды очень мало пауков. Ой-ой, хорош. Что творит? Да, ну Фарка мы не убьем. Более эроу маленький залетит. Ёбаный дед, блядь. Своим ебалом жирным. Такая щепетильная стрела летела, ёбнешься. Так. Ладно, пойдем Миди помогать. Что так мало народу? Ну, сколько есть, ребят, я любому количеству народа рад. Что они там делают? Алло. Что происходит? Wait me, Bane, wait me. Go, Zeus. Зачем? Зачем? Зачем ты на линию туда бежишь? Ты же не успеешь его знайтмарить. Я говорил, плохой таргет этот Сларк. Успей дарпак нажать, пока ты выбежишь, замахнешься на него руками. Зусик бежит. Мало секунд попало. Добьем его. Да. Почему у нас СФа нет на миде? Где он ходит? Почти. Я тебя задоджил, походу, если у тебя 4900 было. Ну, да, у меня было 4900. Что там происходит? Ломай ему ебало. Ломай ему ебало, хорошо. Гиге ВП. Ну, брода там себя хорошо чувствует, слава богу. Хочется отметить. Так, омника бы как-то загенчить. Он слишком тут охуел. И никто экспу у нас на боте не получает. Почему-то. Койл, блять, в покоцанного крипа давать. Что у нас в вардаме? Бейна есть? Четыре. Мало. Качественно.
Кого он там ловить пошел? Арканчики, да? Хорошо. Ай. Ай-я. Там омник, брудка. Да, по-моему, если стрелой попасть, если его пауки все окружат, мы его убьем. Да, или по Сларку, если без дарк-пакта будет. Ну как? Такая писька. Он что, с гемом, что ли? Не, он с интриками. Ну, у нас кушать центрики. Ладно. Так, Фазуля надо сделать. Если ты кривой и шаг, ебать, я здесь при чем? Я тебе пришел помочь. Попала бы стрела, ты бы убил бы этого омника. Ты же не из-за меня умер, правильно? Сколько игр на подмену? Ну, не знаю. Может, там 150 где-то. Ёбаный рот. Заслипай! Пизда вообще. Fire Sprinter. Алекс Пэй, пожалуйста, как старый добрый. Спасибо, парень, за подписку. Ой, за подписку, за поддержку большое, но я тебе не буду это. Нужно от души идти, когда ты хочешь петь. Когда ты не хочешь петь, сидеть и специально, блядь, из себя выдавливать какие-то звуки, это ебанутизм. Старфол не убил бы его. Не первого левела, блядь. Тем более там Ферриет был. Цветочек ебаный. На топ не надо идти, Бруда там. Решает, что он в соло может убить, пусть убивает. Ребят, а арму с дредом будешь играть, тебе там не достает. Ну, никакая мне сейчас арма. Мне арму на этот компьютер ставить не варик. Во-первых, с местом будут проблемы, потому что у меня тут одна дота, блядь, и пиздец. Я проебался, когда при покупке компьютера поставил только один SSD-диск, и он типа main читается. Обычного харда нету. У меня место ограничено количество. Мне GTA еле-еле, блядь, помещалось, мне приходилось доту, блядь, удалять. Нам бы в кустах бы там кого-то уебать, но у нас слишком пассивный пик. Слишком. Господи, как так? Как я не попал этой ебаной стрелой, пожалуйста. Драгер куда-то там поплыл, блядь, на, за этой ебаной ВР, это пиздец. Хидизеблит мой мульт, я видел. Бейном, блядь, против Сларка неудобно играть. Это не косяк Бейна, а косяк Джиггернаута, то, что он далеко полез. Я моргал, что есть телепорт, он просто дальше прыгнул. Зачем что делать? Мне надо 6-й левел. Ультимейт нужен срочно. Good idea.
Профессионал. Ну, пиздец. Просто стрелы не попадают. А, я на базу пошел. Будем закупаться какими-то барабанами, надо статы, потому что, блядь, у них мерзкий пик. Очень много всякого дэмэджа летит, вот типа такого зевсовского. Бурду уебали. Что у бурды есть? Есть торчит без тапок, ну, окей. Лучше убивает соло Бейна, у нас весь пик бегает, потому что если я проебал просто мид в какашку. Что вот это вот за артефакт? Ну, тысяча есть голды, окей, ботл, ПТ. Все, все, что есть за 14 минут. ВР себя чувствует охуительно просто. Там у Зевса, наверное, больше денег, чем у нашего СФа. Я полетел на бот, сейчас там на СФа будет атака. У Джаггера барабаны, да барабаны можно несколько делать, ребят, не проблема. Почему тавер никто не давит, алло? Это точно, наверное, никого нет. А вон тот, кто-то пришел. Хребтину! Хребтину вылечил! Вылечил радикулит! Там вон там по руне кто-то шел, нет? Guys, guys, someone help, guys. Shadow Blade, Slark. Некачественно, да, некачественно. Мне надо барабаны и Юл, иначе мне этот Slark будет всю игру ебать. Потому что лип не работает, блять. Паунти. Нихуя себе. Комбо-вомбо. Кто не хочет Сларка, на Сларка прийти, алло. Пожалуйста, ребята. Пожалуйста, ну это пиздец, он слишком долго длится, блядь, я хз. У нас долбоёбы на топе дерутся, ну окей, там тавр. А, они тавр не забрали еще. Умрет? Да, умрет. Девса, если еще возьму, тогда мне нравится размен. Значит, они не просто так на этом ёбаном топе бегают. Хорошо, Джиггернаут хотя бы что-то делает, блядь. Себя слип, себя слип. Найс. Ну, Сларк просто ломает двух саппортов. Ничего с этим не сделать, блядь. Ребята, какая новая платформа для Сима? Будет Азуба, ребят. Зачем Роме шейпать мест Тарфол? Ну, чтобы в перспективе он был. Тарфол не такой уж плохой скилл. Он будет Пуджа убивать, нет? Не, он не хочет его убивать, ёбаный рот. За Арчидик там, например, завернуть молодого. Ладно, мы вдвоем с Бейном попушим наши линии. Сучий поймет. Какая боль. Сларк еще бежит. Shadow Blade, Shadow Blade, Shadow Blade. Схватить, 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 пизды дать. Yes. Хорошо.
Надо варды разбить. Там разбили вард? Заебись. Ну так, где Яульчик? Яульчик, Яульчик, Яульчик. Ну пожалуйста! Как же ты в охуевшую бежишь? На нас ларк, да, бежит? Надо уебывать отсюда. Слаг на боте, окей. Сейчас он мне, если выбежит еще раз похилиться, можно будет ему уебать по голове. Бля, он не выбегает на ранжа. Ладно, по сорокету фармим, окей. На меня слаг бежит, да? Чё на меня так куч нагло идет? Ты чё жирная хуйня? Тавар, тавар, тавар. Бруда, а? Валера, блядь. О май гуднис. Ты похудел, что ли, или вебка? Это вебка такая, что-то. Не, не похудел. Все так и осталось. Да, 900 хп слишком мало. Мне нужен по-любому Юл, иначе меня Сларк заебет. Там есть кто-то? Хватай, хватай. Сколько там репела? Там репел почти упал. Качественно. Два парня у нас закинули на боте. Окей, окей, окей. Блядь, Зевс попал бы, если бы чуть-чуть раньше прилетел. Под Aerofly. Ёб твою мать. Бурденко пизда. Надо поудобнее сесть, может пойдет. Алик, умоляю, выруби гирлянды, ебануться от этого мигания можно. Так хз, не смотри на них. Ты в тюрьме сидел, да? Сидел. Господи, что у людей на уме просто, когда они это спрашивают? Нет, не сидел, ребят, вы вообще нормальные или нет? Раз, ребят, как ваше ничего после вчерашнего, нормально, отхожу потихоньку. Точно так поколдырил. Сейчас я что-то боюсь куда-то выходить, потому что пиздюлей дадут. Вот-вот-вот. Спасите, помогите, Валера! Слышали, Бертос, в чем популярность этой пизды чебупели? Там ботов, ребят. 60% вьюверов. Над ее каналом разбираются твичи, там скоро этого канала уже не будет, так что забейте хуй, там нет никакой популярности. Там половина ботов сидит и на продоте там вычисляют ребята, то что там один и тот же тип донатит с одного и того же кошелька, короче, 1500 приходит донатов. Из этого может быть человек 40, еще какие-то там по 15 рублей скинут. Короче, они там форсят эти донаты одним и тем же типом, так что забейте хуй. Что Джаггер делает? А, ебать, блядь, прилетел, долбоёб, ебану. Сука. Просто пиздец. Это просто пиздец. Это не СФ, это мёртвое мясо, блядь.
Пиздёшь? Да не, не пиздёшь. Твичи проверили, там, ребят, 60% вьюверов это боты. Он убежит. Чё он лагает? Чё мы сделаем-то? У нас охуенно мощный сейф с юльчиком и даггером. Кастер, блять. Пуч, блять. Саппорт пуч. Бегает хороший такой, качественный. Роуминг, пуч, блядь, с линзой и даггером. Он на сейф две тычки уехал. Это просто рыготня ебаная, блядь. Смысл в ботах? Ну, у тебя на крючок подписки, таймвотч, вся хуйня. Люди думают, что перспективный канал, раз его много смотрят. Заходят посмотреть, что там происходит. Заходят, нихуя нормального не видят, но кто-то остается. Кто-то уходит. Долбоёб остался, нормальный человек ушел. Суть в этом. Для дэмидж, так я ж типа роуминг. Меня утащило, блядь. Есть убрать его? Какая боль, ебануться, блядь. Сколько дэмиджа? 1000 дамаги, ебануться. Нет, тут габель. Действительно габель, тут рассчитывать не на что. У нас Смит в говно проебан. Кстати, они без ВРки нас пиздят. Я ВРку давно не видел очень. ВРка у них где-то умирает. А должен был с таким СФом доминировать на этой карте, блядь. Потом СФ крип. Окей, братан, окей. Окей. Как там твой таймвотч? Сейчас глянем. Прям сейчас можно посмотреть. Так, статистика. Пока ресурсуюсь. Так, таймвотч. Да ёбан рот, выделяйся. Таймвотч. 83 тысячи, ребят. Сколько раз СФ, по-моему, погиб? 2-9? Месяц. Мидер нашей команды. А кто-то забегал уже. Вроде нет, ВРочка какая-то. Вон Зевс идет. Слип. Ну, бля, ну зачем сразу ульт? Да, да, разорви ебало Зевсу саппорту. Конченый долбоеб, блядь. Жирного даггера там, мы его не поймаем. Забейте. Ну, там уже на базе, блядь, сидит, наверное. СФ просто кончен. Ради этого, блядь, и собиралось все вот это. Даггер, блядь, ЕУ. Не, он не достанет на него там даггер. Там точно можно анимацию эту Бейна за EVADить изи. О, он в репеле. У нас там парни забегают сбоку. Ну и все, мы кончаемся здесь, в принципе. Здесь тут нет варда. Даггер умер, да? Ничего, бывает, бывает. Ты ж долбоеб, ты же не видел, что Сларк на тебя снизу с шадоублейдом бежит, стоишь в охуевшую, блядь, танкуешь. И что ребята могут подбежать, изи.
Если смотришь записи трансляции на Твиче, таймвотч идет. Нет, таймвотч. О, охуительно. Я забежал. Да ладно, все равно ГБЛ. Короче, нет, там точно не смотрится. Завали свое ебало, валет, ебаный, беспонтовый. Ты что, думаешь, ты, блядь, профессионал, что ли, или что? Сидишь там свою ебучку открываешь, гондоний глаз, блядь. Стоит, фармит, блядь, думает, что у него все охуительно, что он мощный, блядь, то, что его никто не трогает, блядь, то, что на карте происходит, он нихуя не видит. Потом, когда свои выносит итим, и нихуя карте, блядь, сделать не может, и начинает пиздеть на кого-то. Я сейчас альтабнулся, эта смерть уже нихуя не давала. Толку, блядь, что я сейчас, блядь, был бы со своей стрелой, дальше что? Короче, таймвотч точно не идет, когда я... когда трансляцию, запись смотришь. Таким СФом уже давно было все понятно, блядь, что мы нихуя не сделаем. He had used with the fair! I won't play, this is safe. This is safe. Ну, сейф действительно плох. То, что он сидит, базарит там... про кого-то другого, вот это вот в натуре нелогично. Есть? Филсбит нету, да? Какие 80% игр, блядь, на этом рейтинге? Рейнджер, хорошо. СФ почти кастанул. Хорош. Что делает Бруда? Он просто бегает. Потому что он больше ничего не может сделать. Кроме как побегать. Он его юл подняли, сейчас его выебут. В очко. Ту-ту-ту-ду-ту-ту. Куда делся шарфик, я не знаю, ребят. Если ты трика не набьешь, то тебя не подпишет, а зуба подпишет, но контракт будет хуже. Да я, по идее, должен набить, даже больше. Они бы, типа, меня уже подписали, но, типа, у меня нормальной статистики за последнее время не было, потому что я там с перепадами стримил. Из-за того, что там операции, не операции, еще всякая херня. У меня не было там нормального... нормальной статистики, так скажем. Что она сделала, Бруда? Ну, он снес два тавера, окей, дальше что? Это не полезность Бруды. Типочек тоже, наверное, себя виноватым не считает. Потому что он там нафидел, блядь, этого Сларка, охуеть, насколько пауков. Их путь же долбоёб бегает, играется уже, блядь. Ребята просто бегут, как боты, блядь. Какая боль. Будет филд с грипчиком или что-нибудь такое? Что я там буду воевать? Давайте его закусаем, не? Фар сзади. С джаггера, да, едят там. Найсец. Да!
Нет, там настолько он раскушен, сколько там стаков? 20 еще и схаванный муншард. Пуджа убили. Это он прибежал, чтобы Пуджа добить? Серьезно? У него уже даггер был. Был Omnislash даггер. Пацанчик мог нажать Omnislash и потом даггер сделать. Не захотел. РММ ебаная помойка, я с тобой согласен, парень, полностью. Надо ранкет убирать, это доту портит очень сильно. Ну, севчика, пожалуй, надо зарепортить, он слишком какой-то хуёвый. Уеглот. Это либо забущенный типочек, либо... Ну, я хз, чем он еще руководствуется. Это мясной контроль, ебать, пикнул Сефа просто потому, что хочет им поиграть. Не потому, что он тут нужен или охуительно как-то входит, блядь. Пикать Сефа в 2016 ранке, где это... Забей вообще, блядь. Там есть гем? Нет, ну? Или есть? Давайте ультимейт нажмем. Есть гем? У этих двух, да, есть там гем, есть. Найс, репел, хорош. Нихуя себе, нихуя себе. Ну-ка, ну-ка, ребзи, ну-ка. Там дальше догонять можно. Я не догоню его. Там омник тут где-то. Есть бить? Ой-ой-ой, хорошо. Выебли Зевса на горе. Это горбатая гора была. Там кто он? Тут в кустах. Или куда он блинк пульсовал? Нет, там никого нет. Долго сегодня буду стримить? Не знаю, ребят. Я даже не ебу, что, блядь, собирать, серьезно. Простав какой-то, давайте сделаем. Драгера, там диффуза, наверное, кончились уже. Да ты заебался своим репелом, Вася. Мерзкий ты гондон. О, господи! Не просто везде. О, мне даггер, да? Да, даггер, ю. Ладно. Ёбищная катка, блядь. Смотрю твои стримы очень давно, смотрел Дрюс, из-за тебя светишься энергетикой положительно. Продолжай стримить и радовать нас. Спасибо, Вервульф. Вервульф. Вульвер. Блять, этот СФ, как он качественно делает, ёбнешься просто. БКБшечка, хорошо. Так, джигур, джигур, джигур. Ой, диффузов нету, да, больше? Ой, блять, вытерну. Молодого вытащили. О май гуднис! О май гуднис! Ебись, Валера. Ебаный рот.
Так, Борда выкупилась. Иди ебало им бей. Братан, иди ебало им бей. Задуши их нахуй. Отпусти моего жука, блядь. Это мой друг, нахуй. Так, тетю взяли. Изи, помансили. Я еще и гем у тебя из-под ебала заберу. Кто здесь? Зевсик, ты че, блядь? Бэйна прикрыл просто, блядь. Отдай гем. Сейчас бы прикрыли Бэйна слипа. Конечно же, так не хотел делать. Пусть его уебут. Майнкрафт будет? Да не, ребят. Не хочу обмазываться хуйней какой-то. Вон на спектру меч дали. Качественно. Давайте еще одну попробуем.